Добрый вечер, это CTV. Сегодня мы на Ukrainian Fashion Week, 17 марта на календаре. Это означает, это закрытие Fashion Week. Мы не могли пропустить это событие по той простой причине, что сегодня Music Motors представляет уникальную эксклюзивную эпатажную коллекцию в стиле горячих 70-х в СССР. Идем посмотреть. Итак, с нами находится первый мужчина, которого мы увидели, да еще и какой мужчина. Расскажите, вы часто посещаете Fashion Week? Когда приглашают друзья только. А часто ли вам приходилось отстаивать вот с девушкой вот какие-то проблемы? Да, вот, нет, была такая ситуация, что я шел со стоянки с женой. Жена отошла буквально метров на 10, и сразу к ней прицепился кавалер. Да. Пришлось его? Да, да. Тут сеть ТВ, дальше больше. Я знаю, что участвуют артисты, да, вот все этой компании Music Motors. Вот, ну, наверное, будет интересно посмотреть их в другом амплуа. А я сегодня участвую только как драгоценный гость. Тусай ТВ, дальше больше. Я второй день из всей недели попала сегодня, и мне очень хотелось бы чаще намного. Фэшн для девушек — это как еда. Не бывает много, всегда хочется чего-то нового. Часто ли вы ходите на тусовки, посещаете? Какие именно тусовки? Где вас можно увидеть? Очень редко. И сейчас в основном больше в Лос-Анджелесе, потому что там провожу больше времени. Вот если хотите увидеть эту звезду, есть в Лос-Анджелесе. А какой клуб? Клуб Вилла. Виллы, да. Нашу стилистку Татьяну, фамилия. Андрейченко Татьяна, она не только стилистка, но считаю, что хороший подружка. Человек, да. Сегодня вот стоишь вот возле вот Араратика, бухаем? Нет, не могу, просто через трубочку вдыхаю, внюхаю пары, поскольку я за рулем велосипеда, на котором слетела цепь, я уже сейчас его поставил, отдал, в принципе, в мастерскую, на метро доехал сюда, думал, может быть, тяпнуть, но слышал, что у нас собираются водить каких-то велосипедных гаишников, которые будут тормозить, или уже их вели, поэтому, в общем... Лучше не рисковать, а то заберут насос для накачивания камеры. Что тогда произойдет? Ну хорошо, тогда мы попробуем бухнуть, потому что у нас есть рубрика «Бухаем на шару» вот в нашей программе, представляешь? Бушаем на хару. Мне этот напиток очень близок, как и по названию, так и по духу. Тебе показывают конкретно вот этот? Ну, вот этот вот, такая, знаешь, наконец-то, очень мало мужской тематики было вообще глобально на Fashion Week, да, и это одна из тех. Мне очень понравились брюки. Я даже одни себе заприметил и как бы хотел купить. Ну, был показ, в общем, только что. Да, да, да. Там мальчики в военной одежде. Вы же не видели? Видели. Потом зашли и все-таки попали. Не, вот этот показ очень положительный. Купили бы себе что-то. Правда. Нет, но показ хороший. Кстати, мальчик на покемона похоже. Скажи, вот часто ли ты посещаешь такого плана мероприятия? Я вообще не любитель посещать мероприятия, я вообще заскочил по делам на самом деле. Я понял, а тусуешься где? Вот тоже интересно, где можно увидеть вот Потапов тусов? В гамаке, в лесу можно меня увидеть, только что разочек. Туса ТВ, дальше больше, больше туси, больше ТВ, кому? Последний мне очень понравился. Очень так динамично, очень круто, очень сложный такой крой. Много, конечно, фурнитуры. Ну, иногда она уместна была, иногда нет. Но, впрочем, мне понравилось, потому что виден концепт, виден стиль, видно, что хотела сказать дизайнер. Это очень важно. Виден почерк дизайнера. Это самое главное для вообще бренда.
очень понравилось. Честно, я могу сказать все, что не очень понравилось. Военные темы мне вот лично близки. Я надеюсь, мужикам тоже понравилось на Тусе ТВ. Ну что, увидимся дальше, дальше больше.